Всем привет, с вами Тон Триманер. Сегодня мы продолжаем проходить карту под названием Выброс. Ладно. Ой. Ты меня поджег, козел такой. А! Нет, я не на том чекпоинте оказался. Ты чё мою кровать сломал, болван? Ах, и ты мою ломал. Ты капец, дебил. Сама такая. Друзья, не портят кровати друзьям вообще-то. Мне портил кровать тоже. Я даже не знаю, где ты живешь, дебил. Эй, это моя кровать. Себе новую сделай. О, да ладно, можно даже не двигаться. Они сами появляются. О, мои зелья. Целая штучка. Там еще одна. Прошел? Еще одна. Так. Надо найти все оставшиеся зелья. Где же? Прошел? Вижу. Так. Гель, ты прошел? Да. А, ну мы тут решили просто побегать. Нет, там еще дополнительные ловака не дают. Какая нафиг песня ты? Ладно. Пока. О, зажигалочка. Ой, блин. Это был первый уровень, сейчас будем проходить еще один. Подожди, подожди, подожди. А! Гейм овер! Нет, сейчас дополнительный этот дают уровень. Вот подниматься надо. Лол. Ой. Эй. А дальше не могу. А я вообще не могу. Ну, пофиг. Сколько пиксель-арта? Ой. Я уже говорил, как много пиксель-арта. Здесь, наверное, без мода пиксель-арт не обошлось. Здрасте. Что вы здесь делаете? Сколько время? Не знаю. Посмотри, у тебя же рядом. У меня на моих часах 14:51 на компе. Они здесь не могут работать. Не настраиваются. Моя зажигалка! Сейчас не бей, хорошо, я аккуратно телепортируюсь. Спасибо. Ой. Прости, я не хотел этого. Ой, я могу подниматься. Продолжаем проходить эту карту. Наверное, последний уровень будет прямо в отдельной серии. Так. Всем пока.